Вот, ребята, вам советский автопром. Сделано все, бляха, идеально. ГАЗ-21. Даже специальные номера для раритетных автомобилей. Вот так вот. И стоит эта машинка, я с утра вам говорил, вот в таком состоянии она здесь стоит примерно... Ну, примерно как вот это. Вот за пятилетнюю такую Мазду можно купить вот такую Волгу. Так что советский автопром жив. Все, пока.